Улица Народная. С одной стороны, популярна среди водителей, с другой, давно просится в ремонт. Сегодня все терпеливо объезжают дорожников. Это первый этап. Проблемные места обрабатывают фрезой. Всего в этом году отремонтируют 7500 квадратных метров дорожного полотна. На 1500 квадратных метров больше, чем в прошлом году. Больший акцент сделан на сельские округа, в том числе Субсех и станицу Анапская. Речь идет о ремонте уже имеющегося асфальтового покрытия. Жители, да, обращают, они пишут свои жалобы, обращения. Вот, тоже обращаем на это внимание. Ну, естественно, тоже наши специалисты ездят по району, тоже видят наиболее проблемные районы. Это первый полноценный день пермских дорожников. Контракт заключили по итогам аукциона. Представители компании говорят, что решение было взвешенным. Есть необходимый опыт и возможности. Для муниципалитета важно, чтобы работа была выполнена при соблюдении всех технических нормативов и сроков. Глава города Юрий Поляков поручил максимально соблюдать график и согласованный порядок, чтобы было удобно и подрядчикам, и заказчикам. Где, когда будут производиться какие работы? Завтра улица там Ивана Голубца. Вот мы поехали, посмотрели, дождь идет, значит, будут послезавтра делать. Дайте нам график, мы его сконтролируем. Хорошо. Как они так график делают? Готов, я вам после планерки его. Хорошо. Контракт на проведение ямочного ремонта действует до конца текущего года. Фактически же все работы будут завершены уже осенью. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.